во вторник в Самарской области сохранится теплая погода, будет солнечно и без осадков. Но температура воздуха начнет немного понижаться. В дневное время 21-23 с плюсом, ночью 13-15 выше 0. В Сызрани безоблачно, днем плюс 22, ночью плюс 14 градусов. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 22, тепла, ночью плюс 15 градусов, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 22 градуса тепла, ночью плюс 13, ветер южного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 25%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.